Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь приехали к БК. Вновь 16 июня ставили ставки на теннис. Как позвонили, вроде как деньги есть. Сейчас попробуем снять денежки в Звет-Сити. Ставили вчера на Хантукову и на Хааса. Обе победы на обе ставки, на оба прогноза по 100 тысяч ставилось. На один прогноз две ставки, двумя ставками пришлось ставить, на второй прогноз три ставки. Соответственно, общая сумма ставки на 16 июня на два прогноза 200 тысяч рублей. Коэффициенты там у Хааса вроде 1,7, у Хантукова 1,73. Ну что, попробуем сходить. Сейчас 10:30, полчаса до закрытия. Ну, давай, дерзаем. Все это появляется здесь в 9 утра и исчезает в 3 часа ночи. Вы это пробовали? Как видите, здесь полно продуктов, народу, приезжих. Такой это просто сплав. Сюда приезжают многие туристы. Посещение Эль-Растро в Мадриде должно стоять у всех обязательным пунктом. Доброе утро, мне нужен баскетбольный мяч. Процесс еды очень важен для испанцев. К нам приходят попробовать Торреснос, это наше фирменное блюдо. Ставку получили, деньги дали. Мы второй день подряд разоряем букмекеров. Собственно, вчера мы получили 1 255 000 рублей. И сегодня с двух ставок мы получили выигрыш. Сейчас посчитаем, 200 тысяч ставка была. Дали пачку денег. Сейчас посчитаем, по итогу сколько получилось. Дорогие друзья, второй день подряд мы... Повторюсь, разоряем букмекеров. Дай бог, это будет продолжаться. Сейчас постараюсь, у меня немножко время в графике освободилось. Постараюсь почаще делать ставки и снимать их. Сегодня мы, повторюсь, ставили на Хантукову. Вчера ставили, вернее, 16 июня. На Хантукову и на Хааса, на победы чистые. По 100 тысяч рублей. Сейчас выигрыш нам дали. Считаем. Сколько она тут написала? Тут должно быть 170. И тут 173 тысячи. Проверим. 10, 20, 25, 30, 35, 70, 80, 85, 110, 120, 125, 140. 170, да, верно. Так получается, мы за Хааса 70 тысяч чистые, 100 тысяч ставили, получается 70 тысяч чистые фига. И Хантукова принесла нам, сколько здесь, 173 должны быть.
Все верно, 173 тысячи, и тут получается 170 тысяч. Так, в общем, и кто заметил, кто вчера ставки брал, я ставил на те прогнозы, которые давались по высокому доверию и по максимальному доверию, которые вывешиваются в честной и открытой статистике на нашем официальном ресурсе. Так что день неплох. Уже два дня подряд мы выигрываем. 15 июня ставили, вчера выигрыш получили, получается, видео уже на сайте есть, 1 255 тысяч рублей. И сегодня мы выиграли общей сложностью 343 тысячи рублей. А мелкие ставки, хотел экспрессом ставить еще на них, но не стал рисковать. На будущее своим клиентам рекомендую. Вы не смотрите, как я ставлю, к примеру, да, там 100, в один день 700 тысяч поставили. Вы должны учитывать и отталкиваться от своего собственного банка. Если ваш банк позволяет ставить крупные сумки, но не более 10%, крайняя сумма – это 10% от вашего игрового банка. Если превышает, то не нужно нарушать правила и ставить крупные суммы. 3-5%. У всех банки разные. Кто-то от миллиона стартует, кто-то от 10, есть такие вид клиенты. Кто-то от 100 тысяч рублей. Поэтому каждый по возможностям ставит, учитывая свой банк. У нас появилась новая услуга, VIP-клиенты называется. Индивидуальная работа с VIP-клиентами. Вот как раз-таки для них, и показательно это, то, что мы сейчас снимаем, как раз-таки так и будет это примерно происходить. То есть человек говорит нам сумму, которую он владеет, и мы уже под его сумму разрабатываем стратегию, то есть вот как я свой банк знаю, и конкретный процент от банка ставлю на ставки свои. Также мы с ним будем, для него будем конкретно разрабатывать стратегию под его банк. 1 миллион пусть это будет, пусть это 3 миллиона будет. И под эти 3 миллиона мы разрабатываем стратегию и конкретно человеку даем прогнозы индивидуально. Это не обязательно, что будет касаться с нашими прогнозами, которые ежедневно даются. И конкретно говорим, какую сумму ставить, что делать при проигрышах, какие суммы ставить и так далее. То есть полностью все вариации мы человеку ведаем. И человек, собственно, должен полностью повиноваться нашим указаниям, то есть в плане ведения игрового банка. Ну все, думаю, еще будем ставить, еще ставки будем встречаться. Всего доброго, спасибо всем. Домой праздновать выигрыши.